Встреча в Центре общественного наблюдения деловая. Международным экспертам рассказывают о центре, нюансах его работы и задачах. А после экскурсия, где наглядно показали, как одновременно можно следить за ходом голосования на десятках УИКов по всей области. Все автоматизированные рабочие места наши обслуживаются нашими волонтерами. Основная задача как бы этих специализированных мест, то, что человек может, чтобы не наблюдать за всеми теми участками, а выбрать конкретный участок, ну, например, где он проживает и где он обычно голосует. Гостей впечатлила круглосуточность работы центра и возможность по минутам отследить, как в случае каких-то спорных вопросов развивается ситуация на конкретном избирательном участке, а также доступность этого центра для каждого жителя региона. Вижу в этом центре то, что успел заметить и раньше. Высокий уровень подготовки процесса с технической точки зрения. Серьезный подход. Я вижу, что центр – открытое, доступное место. Двери открыты, то есть любой человек может понаблюдать за ходом голосования. Для меня это знак соблюдения демократических прав и свобод. А на вопрос одного из журналистов, что, на взгляд иностранных экспертов, нужно еще добавить в процесс голосования в России, французский эксперт ответил – ничего, выборы достаточно прозрачные и демократичные. Анастасия Фериченкова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский.